Теперь об этом и другом более подробно. Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей поставку оружия из США по почте. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России. В пресс-релизе пока опубликована довольно скупая информация, но вполне вероятно, скоро мы сможем узнать об этом деле больше. Цитирую. «В Москве, Йошкар-Оле, Иркутске и Улан-Удэ задержаны граждане России, осуществлявшие контрабандную переправку средств поражения». Конец цитаты. Из незаконного оборота изъято 2 пулемета, 2 штурмовые винтовки американского производства АР-15, 8 пистолетов и револьверов иностранного и отечественного производства. ГЛОК, Кольт, Маузер, ТТ, Наган, 7 зарубежных и отечественных карабинов и ружей, а также большое количество патронов, основных частей и комплектующих к различным образцам стрелкового вооружения. Помимо этого прекращена деятельность 2 подпольных мастерских по модернизации оружия.